уважаемые зрители. Я, видите, приоделся немножечко в стиле прицепа Zetlander Z2 2020 года выпуска. Внешне он похож на все предыдущие выпущенные прицепы в компании Anvir, но у него есть ряд конструктивных отличий касаемо внутренних систем прицепа. В этом видео я вам расскажу про прицеп 2020 года. Предыстория заказа этого прицепа. Это поможет для того, чтобы в дальнейшем понять назначение этого прицепа. Этот прицеп должен возить снаряжение для рыбалки. Значит, владелец активно ездит на рыбалку в Карелию, на рыбалку в Астрахань. И он с собой должен вести много вещей, такие как большие шатры для общей кухни, газовые плиты, холодильники, термоконтейнеры, лодочный мотор, саму надувную лодку. То есть это все должно находиться в прицепе. Помимо этого должны быть определенные системы, скажем так, удобства. Это водоснабжение с горячей водой, это электропитание, соответственно, аккумулятор, который можно зарядить от солнечной энергии, аккумулятор можно зарядить в дороге от генератора автомобиля, то есть тягача. И в данном прицепе это все реализовано. Как жилой прицеп, да, то есть которым были предыдущие проекты, да, где находились палатки, маркизы, еще что-то, этот прицеп не рассматривается. То есть его задача перевозить снаряжение для организации базового лагеря. Соответственно, приехал там на неделю, на две, организовывается лагерь и, соответственно, выезжаются какие-то радиальные выезды для того, чтобы порыбачить. Но лагерь стоит стационарно там неделю, а то и более. Давайте сейчас рассмотрим, что снаружи, а потом перейдем уже к внутренним системам. Для того, чтобы лучше понять, что находится внутри, я сейчас открою грузовой отсек, и мы все это дело подробнее рассмотрим. Конструктивная особенность этих прицепов Zetlander Z2 заключается в том, что он имеет достаточно большой грузовой отсек. То есть в длину это почти 2 метра. Соответственно, особенность его загрузки заключается в труднодоступности вот переднего, нижнего края кузова отсека. Вот, то есть, когда стоит платформа внутри, выдвижная, это значительно упрощает. Но у платформы есть несколько недостатков. То есть, это съедание грузового пространства по высоте, то есть, поднимается достаточно высоко пол. Конструктивно 2 метра направляющие, это достаточно сложно. Что касаемо цены по состоянию на 2020 год. Цена базового прицепа начинается от 550 тысяч рублей. Туда входит, по сути, комплект из всех ящиков, да, то есть кузов, инерционная тормозная система, светодиодная оптика, колеса идут 265/75R16, с посадочным местом на выбор либо 5139,7, либо 6139,7. Возможно, другие разболтовки, но это опять же это опции и все согласование. Касаемо конечной цены прицепа, мне сложно сказать, потому что разные пожелания заказчика, поэтому цены, ну, в общем,
за миллион перепрыгивают. Но еще раз повторю, что очень все зависит от пожелания, от задачи заказчика, чем напичкать этот прицеп. Соответственно, комплектуемый генераторами и холодильниками, лодками, моторами, палатками, солнечными панелями. То есть ассортимент очень большой, поэтому конечную цену назвать тяжело. В этом прицепе принято решение сделать вот такую вот нишу в передней нижней части, в которой спрятались газовый бойлер Трума, накопительный с объемом 10 литров, аккумулятор на 100 ампер-часов гелевый. Там спрятаны насосы водяные для перекачки воды, соответственно, в бойлер и дальше в лейки. Здесь под днищем два бака по 70 литров, они защищены алюминиевой защитой. Дальше здесь же находится внешний доступ лейки, которая также еще и смесителем является. Это я вам сейчас покажу. В отсеке сделано много рейк такелажных. Это для того, чтобы было удобно разместить и закрепить надежно грузы. Здесь, опять же, за счет того, что появилась вот эта вот полка, теперь удобно встать на ступеньку. Она же и защита от камней, от пеньков кузова. Вот, то есть можно встать на ступеньку, дотянуться, положить груз, закрепить его надежно. Здесь доступ к крепежу получается удобный. Теперь вот здесь вот по левую сторону мы видим Трума. Это транспортная крышка для выхлопа и системы забора воздуха газового бойлера. Соответственно, он достаточно высоко. Вот здесь вот это порядка полуметров, даже чуть больше полуметров. Соответственно, брод можно проходить. Если нужно больше брод пройти, соответственно, нужно какую-то сделать подготовку в виде, может быть, пленку затянуть, чтобы когда волна идет, она отходила дальше от прицепа, и ходом пройти можно брод будет более глубокий. Противооткатные упоры, да, то есть здесь прицеп оснащен инерционной системой торможения, которая имеет автомат заднего хода, поэтому даже поставив на ручник, нужно всегда использовать и ставить назад противооткатные упоры. Замки из нержавейки, вся фурнитура из нержавейки. Здесь отсек в основном грузовой. В этой комплектации нет столешниц, то есть просто покрашенный металл. Отсек достаточно большой, глубина примерно 300 мм. Он имеет светодиодную подсветку. Ну, в данном случае везется такелаж. В задней части мы видим светодиодную оптику, она достаточно мощная, и это, скажем так, не понты, это необходимость, потому что перемещаемся активно, в какое время надо будет парковаться, да, и в каком месте, это могут быть и лес, это могут быть и камыши, соответственно, свет должен быть хороший и достаточный для того, чтобы маневрировать, потому что зачастую, если надеяться только на оптику от тягача, она, соответственно, упрется в сам прицеп и не будет освещать то пространство, которое находится за прицепом. Так выглядит задний ход на прицепе. То есть вот так вот на машине включены фонари, упираются они в прицеп. А здесь вот так вот фонари заднего хода. То есть видно, что достаточно далеко бьет. Здесь вот попадает в прицеп засветка. Есть возможность регулировки. Сейчас фонари светят широко назад. Но это уже по месту потом можно подрегулировать под себя индивидуально. Потому что все равно вот эту центральную часть, естественно, за прицепом не будет видно. Но вот такой вот свет, он важен для прицепа при движении задним ходом. Дальше мы видим стояночные упоры. Они нужны для того, чтобы когда палатка, если находится, или вообще для удобства пользования, чтобы прицеп не шатался. Плюс это нужно для хранения, чтобы разгрузить подвеску, разгрузить покрышки. То есть это тоже имеет определенный функционал. Так, оптика, мы видим, что она вся светодиодная. В задней части находится запасное колесо полноценного размера. Здесь в данном случае разболтовка идет 6 139,7. У владельца машины Toyota Land Cruiser Prado, соответственно, там такая же разболтовка. Вот эта лыжа для вытаскивания прицепа. То есть, опять же, это песок, еще какие-то мягкие грунты. Соответственно, подставляется под дышло. Дальше зацепляется мягким рывковым тросом. И можно дергать прицеп из колеи или еще застрявшего какого-то места. Опять же, если затяжной скользкий подъем,
можно подтащить прицеп, поставить вот эту лыжу и, зацепив, когда уже тягач поднимется на горку, зацепив за тягач, потихонечку, плавно, либо лебедкой, либо самим тягачом поднимать прицеп наверх. Если, соответственно, совсем мягкий грунт, песок, конечно, такой же лыжи будет недостаточно. Вот в этом случае можно использовать сентреки для того, чтобы подкладывать под лыжу, и можно было рывковым тросом потихонечку выдергивать прицеп. Дальше, в этой части мы видим, находятся две горловины. Это для того, чтобы наполнять два бака по 70 литров, которые находятся под днищем вот такой закрытой мощной защитой. Так, давайте посмотрим, что здесь внутри. Вот такой вот огромный отсек. Здесь тоже есть подсветка светодиодная для освещения грузового отсека. Она находится по всей длине, поэтому все вещи будет видно. Два прикуривателя. Это для того, чтобы можно было подключить во время движения холодильники. В принципе, и во время стоянки тоже. Переходим на правую сторону. Здесь также имеется грузовой отсек. Под предыдущим видео вы могли видеть, что здесь находится зачастую кухонный отсек, но здесь его нет, потому что изначально задача прицепа перевозить снаряжение. Обед и кухня организовываются отдельно под большим шатром. Значит, сверху канистры, они примерно по 20 литров. Вверху вот сделана такая площадка для солнечных панелей. Значит, здесь есть небольшой нюанс. Эти солнечные панели, они гибкие, мягкие, и их нам предоставил заказчик. К сожалению, они разноформатные, и уже по согласованию с владельцем приняли решение, что мы пока ставим вот так, а дальше он по эксплуатации поймет, как ему передвинуть шпильки, либо, соответственно, пересверлить по другому отверстие, чтобы удобнее было крепить панели. Потому что, еще раз повторю, они разноформатного крепления. Здесь у нас находится хайджек, он в защитном чехле. Также светодиодная фара заднего хода. Здесь стоит фильтра. Через вот эту вот заглушку сюда подключается обыкновенный садовый шланг, насос любой. И можно, соответственно, через два фильтра, это предварительно механические очистки, этот угольный очистки, перекрывая тот или иной кран, заполнить баки под днищем. С этой стороны небольшая канистрочка. Это, если при необходимости, можно ввести бензин, смешанный с маслом, для той же бензопилы, к примеру. Здесь у нас находится вот такой вот лючок, он уже идет со смесителем, включение насоса, и здесь быстросъем для шланга с леечкой. Здесь в этом отсеке находится устройство Stirling Power для обеспечения зарядки аккумулятора в дороге и для обеспечения работы холодильника. Благодаря этому устройству мы используем вот такую вот 13-пиновую розетку, то есть тонкие провода, для того, чтобы запитать этот прицеп. Здесь проходит сразу, это стандартная, так называемая, европейская розетка, уже и задний ход, и плюс, который идет напрямую от аккумулятора через предохранителя, и плюс с замка зажигания. Это очень удобная система. В тех случаях, когда большое количество аккумуляторов, нужна мощная зарядка, мы можем установить более мощный блок Stirling Power. Там уже, к сожалению, потребуется отдельная проводка с большим сечением проводов. Вот здесь вот еще обратите внимание, выведены два провода. Это для подключения солнечных панелей. То есть, соответственно, прицеп находится где-то в тени. Через эти провода подключается удлинитель, солнечные панели, и солнечные панели уже позиционируются, исходя из солнца. В этом же месте находится сливной кран для слива воды из системы. Ну и, соответственно, через этот же кран можно сливать и воду из баков. Лейка ставится достаточно просто. Здесь есть направляющий, фиксатор защелкнулся. Лейка достаточно длинная, сейчас не буду включать ее, чтобы водой не заполнять и не пачкать. Так, так. Достаточная длина для того, чтобы отойти от прицепа и помыть
руки, ноги и находиться далеко от лагеря. Лейка имеет два положения, то есть вот это зафиксировано, постоянно льется, и можно кратковременно, очень удобное решение. Ну и соответственно есть крючок, если пользоваться душевой палаткой, можно внутри закрепить и ополаскиваться. Вот обратите внимание, такая сложная конструкция упакована с толстым таким набором фанеры. Здесь два квадрата из этой платформы выступают. И эта площадка, она используется для кратковременного перевоза лодочного мотора. То есть, когда планируется частая смена места, да, то есть лодка крепится на вот этой верхней платформе, запаска уходит в кузов, а вместо мотора, который ехал в основном отсеке, ставится та платформа на калитку вот в эти два квадрата. И уже мотор едет на задней части прицепа для того, чтобы удобно было искать новое место дислокации. Что у нас в этом отсеке? Здесь тоже отсутствуют столешницы. Но здесь есть запасные фильтра, инструкции, пересадник под садовый шланг, ключики от горловин и ключики для смены фильтрующих элементов. Здесь контроллер солнечной панели. Здесь находится инвертор. На сегодняшний день многие говорят, зачем инвертор, потому что все типа 12-вольтовое. Значит, инвертор, зачем он нужен? Мало ли вдруг какой-то ремонт полевой, соответственно, подключить туда уже болгарку. Но в основном сейчас идет тенденция к использованию мультивара. То есть достаточно интересное устройство, которое позволяет экономить время при приготовлении пищи. Во-первых, уже уменьшается количество газа, которое нужно вести, да, потому что все-таки, если используем газовую плиту, нужно иметь защиту от ветра хорошую, чтобы все-таки эффективно она работала, да. Второй момент, газовую плиту нужно контролировать, и, соответственно, приготовление пищи все время осуществляется в присутствии человека. А мультиварка, она именно хороша тем, что закинул продукты, она варит большой спектр блюд, но при этом ты занимаешься какими-то делами, да, то есть той же подготовкой к выходу там на лодке на воду и так далее, и так далее. Это еще одно, зачем нужен инвертор. Здесь, если память мне не изменяет, 1,5 киловатта, даже 1600, вот, но это честные киловатты, то есть пики она еще больше выдержит, поэтому подключить мультиварку не составит проблем. Дальше, вот этот вот отсек. О, к нам гости, зверушка какая-то неведомая. Здесь расположены предохранители, они подписаны. Здесь идет отключатель питания. Вот, обратите внимание, включили питание, стрелки поднялись. То есть какой-то запас воды у нас есть. Здесь разъем, это USB. Здесь включение бойлера трума. К нему на всякий случай предупреждение. И два режима. 50 градусов, 70 градусов и выключено. Очень удобно. Эти кнопки включения подсветки во всех трех отсеках. И вот этот вот кран, это переключение баков. Раньше у нас располагался насос внутри. Были нюансы с расположением использования вот этого крана. Благодаря тому, что насос перенесли в основной отсек, получилось использовать такой вот удобный кран переключения воды. В передней части расположилась еще одна канистра запасная. Ее тоже чем удобно, вот эти маленькие канистрочки можно закинуть в лодку, там, если какой-то мопед с собой, еще что-то везешь, то есть запас топлива иметь. Соответственно, тоже канистры, которые можно использовать для дополнительного запаса топлива. Неважно, машина может быть дизельная, соответственно, дизель. Если бензиновый лодочный мотор, соответственно, бензин. То есть вы запасом всегда будете обеспечены топливом. Так, дальше. У нас два отсека здесь вот в этом расположены. Вот здесь, обратите внимание, редуктор. Здесь остался крепеж, такелаж. И здесь располагается генератор. Ну, на данный момент владелец забрал для того, чтобы мы могли поснимать без вот этих комплектующих. Вот этот отсек, он не герметичный, он имеет вентиляционные решетки и отверстие для слива воды, потому что все-таки газовые баллоны должны проветриваться отсеки. Генератор, который приводится, он тоже имеет свои запахи, поэтому этот отсек с активной, скажем, вентиляцией и стоками. В передней части, как я говорил, можно установить
лыжу. Для этого вот имеется вот такая платформа и вот такой квадрат. Туда втыкается лыжа. За вот это вот кольцо цепляется буксировочный трос, либо трос лебедки. И еще внутри имеется отверстие для того, чтобы зашплинтовать лыжу. Конструктивная особенность этого прицепа такова, что расположить колесо, которое подъемное, с откидывающимся вот этим вот механизмом, который закидывает колесо и прячется между дышлом, ставится вот на этот кронштейн, то есть технически сюда его не вписать. Поэтому используется вот такой вот кронштейн, и, соответственно, колесо рекомендуется снимать, потому что дорожный просвет в случае вот колеи, мы сейчас находимся в колее, он небольшой, а если еще перегиб, то, соответственно, можно повредить колесо, можно повредить механизм. Поэтому это лучше колесо снять и убрать либо в сам прицеп, либо в багажник автомобиля. Конструктивно дышло сделано с усилением, так называемый мост. Соответственно, если придется чиркать дышлом, то ничего страшного не произойдет. Можно смело скользить по земле. Ну что ж, видео подходит к концу. Надеюсь, информация была полезна. Ссылочки на сайт Анвира в описании по классике жанра. Итак, по скриптам. Что хочется сказать, уважаемые владельцы прицепов. Это касается сейчас информации не только прицепов Анвир, а вообще в целом прицепов. Соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения. Берегите себя, берегите своих родных и близких. Поясню почему. Потому что в последнее время ко мне обращаются люди с просьбой переделать их прицепы, которые они купили для каких-то нужд. Говорят, у меня вот что-то с колесом случилось, оторвало там подшипник. Начинаешь спрашивать, что, как. А я вот ехал 140 км в час. Непредназначенные прицепы, которые сделаны для общих гражданских нужд, да, то есть я говорю про бортовые прицепы, неважно сейчас какой производитель, они не рассчитаны на такие скорости, они не рассчитаны на перегрузки, они не рассчитаны на плохие дороги. Поэтому, как в свое время мне один гаишник сказал, что правила дорожного движения писаны кровью. Поэтому еще раз повторю, если положено не больше 90 км в час по магистрали, будьте добры, не больше 90 км в час. Потому что это может случиться в любой момент, и хорошо, если колесо улетит куда-то в кусты, никто при этом не пострадает. Что может произойти, если колесо улетит во встречно едущий автомобиль, только можно догадываться. Следите за состоянием техники. То есть если к прицепу отношение, что это типа телега, то вы глубоко заблуждаетесь. Эта телега может причинить урон и вред многим людям, да, ну и, соответственно, испортить вам же отпуск. Поэтому хотя бы там раз в полгода не поленитесь, поднимите колесо, подергайте, пошатайте, в каком состоянии подшипник, подергайте сцепное устройство, проверьте, хорошо ли оно фиксируется за шар, проверьте состояние цепей, карабинов, проверяйте светотехнику. Это поможет вам избавиться от неприятных моментов в жизни. Какой бы ни был прицеп, нужно следить, как и за любой другой техникой. Соответственно, тормоза, если прицеп с тормозами, их нужно регулировать, обслуживать, при необходимости, соответственно, осматривать состояние тормозных колодок. Для этого есть специальные кошки для ревизии. Сцепные головки, если это нужно, есть у них, я имею в виду сейчас про прицепы с тормозом наката, да, то есть у них вот этот механизм тормоза наката имеет масленки, и где подвижные части, они смазываются. Это тоже хотя бы раз в два года нужно делать. Значит, по поводу смазки самого шара и устройства сцепного внутри, которое обхватывает шар. Многие там мажут смазкой, многие на сухую ездят. У всех по-разному. Лично мой опыт — не мазать шар обильно вот этими пластическими смазками, потому что налипает пыль, грязь, и получается как бы такой вот абразив. Все, опять же, зависит от условий эксплуатации. У одних это пыльные дороги, грейдеры, грязь, у других это асфальтовые дороги и сухо, чисто. Поэтому здесь нужно, ну, еще смотреть под свои условия эксплуатации. Вот такое небольшое отступление. Я надеюсь, что вот эти простые правила помогут вам избавиться от неприятностей. Ну что ж, на этой ноте завершаю. Всем спасибо за внимание. Всего доброго, до новых встреч.